Наступили холода, и на речках стал лед. А это значит, что пора на первую ледовую... Нет, как она называют? Короче, на зимнюю рыбалку. Вот. У нас есть в наличии палатки для зимней рыбалки. Компания Metek. Это российский производитель палаток. Очень качественная, надежная. Вот у нас здесь стоит одна из этих палаток. Одноместная палатка с автоматическим каркасом. Это мачта нужна, но на самом деле это каркас. А можно сюда еще повесить флажок, чтобы тебя было видно, что ты сидишь. Вот. Таким вот образом это происходит. Поставили табуретку, продули лунку и сидим, кайфуем. Можно поставить печку. Есть ветрозащитная юбка, чтобы не задувал ветер. Без кармашки, поспрятать всякую мелочь. Алюминиевый каркас.